Привет, это Синтия, жена Пепе. Помнишь меня? Да, помню. Не знаю, что ты ему сказал, но спасибо тебе. Огромное спасибо. Я Джиллиан Джордан, и это местные новости на 54-м канале. Полиция Найт-Сити просит быть осторожными, используя терминалы. В ходе недавней проверки выяснилось, что многие из них заражены. Эксперты уже подтвердили, что обнаруженный вирус может спровоцировать полный отказ киберимплантов, а в отдельных случаях даже смерть. В ответ на активизацию бандформирования мэрия повысила уровень общественной опасности до красного. Жителям Ароэ не кидать дома в ночное время и всегда иметь при себе огнестрельное оружие для самообороны. Школы и больницы закрыты до особого... ...распоряжения. Такова дальнейшая судьба. То, что изначально было задумано как оазис роскоши, превратилось в пристанище для кровожадных. Thank you.
после отрубания головы мозг еще несколько минут сохраняет активность.
тебе еще...
вспомогательным группам полиции. Поступило сообщение о преступной активности на Карнивус. Во главе группы из членов банды 6-я улица замечен Ольга Элизабет Ландри, которая разыскивается за похищение и два убийства первой степени. Властями города назначена награда за устранение группы и ее лидера.